Добрый день, уважаемые читатели сайта dcnt.ru. Сегодня мы присутствуем на конференции, которую проводит X-Media, очень хорошая конференция. И вот хотел вам поделиться с читателями. Дело в том, что не все знают, что есть вот такая замечательная компания Revitan, которая предлагает уникальное решение. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите про вашу... Ну, читатели вообще в России многие ЦУДы строят и не знают, что есть такое решение. Расскажите про ваше решение. И представьтесь. Да, здравствуйте. Меня зовут Роб Сакербак из компании Raritan Europe в Голландии. Вообще наша компания в Штатах. Но она самая одна из лучших. Спасибо. На этом рынке. Дело в том, что мы как Raritan из мира KVM и KVM через IP. Вы, наверное, знаете, что это такое вообще. Это... Ну, расскажите, просто не все IT знают, специалисты, что такое KVM, но очень много инженеров заходит. Дело в том, что вот есть один KVM через IP switch впереди и сзади. То что он позволяет делать? Позволяет подключить сервер вообще прямо в разъем клавиатуры мышь-монитор. И этим способом вы получаете такой же уровень доступа, как будто вы сидите прямо перед компьютером. Сервером. То есть можно перезагрузить сервер? Перезагрузить можно, если вы еще и пользуетесь PDU, который имеет удаленный доступ. Но вообще вы уже сразу получите доступ до уровня BIOS, который, конечно, позволяет меньше ехать. Тем более, то есть вы прямо доступ к BIOS можете позволить? Да. То есть можно войти на сервер и BIOS подстроить, да? Вот именно. Можно просто войти в сервер и получить доступ. А это какой-то сейчас вообще стал стандартизованный протокол, который вы используете для доступа, для эмуляции KVM? Это наш личный протокол вообще мы пользуемся. Значит, то есть ваша разработка вашей компании? Это наша разработка. Вообще уникально, что у нас синхронизация мыши, потому что это самое сложное все-таки в этой технологии. Мы его называем даже абсолютным. И поэтому вы можете получить такую же мышку, да? Мышку, как будто вы на самом деле там прямо сидите перед этим. Перед экраном и управляете, перед сервером. Да, вот именно. То есть многие бы, я думаю, администраторы, вообще IT-специалисты мечтали об этом, так сказать, об этой возможности. А вообще, как вот вы оцениваете, дорогое ваше решение или оно вот рассчитано все-таки на бюджетный вариант? Ну, вообще, есть два варианта. Мы скоро выпускаем такой вариант, где все эти технологии, но, скажем, для SMB, среднего маленького бизнеса, но в том числе есть, конечно, для enterprise, это все-таки на что мы ориентируетесь. Ну а что вот есть для enterprise, то есть какие вот есть такие фичи, которые, так сказать, вот должны действительно заинтересовать вот именно enterprise рынок? Ну, во-первых, Raritan считает, что каждый сервер имеет два блока питания. Ваш KVM switch тоже должен иметь два блока питания. А, понятно. Это видно с другой стороны. А там можно, да, посмотреть? Да, можно. То есть, соответственно, источник питания дублируется, да? Да. Там мы вот так просто посмотрим. Понятно. То есть вы заботитесь о надежности, да? То есть это уже для enterprise, да? То есть, соответственно. Это считается как бы разница между enterprise и SMB. Понятно, понятно. И, конечно, вы можете интегрировать вот розетки от PDU с портом от KVM через IP switch. То есть вместе, как бы, в одном едином, да, получается. С одного браузера вы можете тогда переключить, загрузить питание одного сервера без риска. Да, без риска, чтобы делать ошибку без человеческого фактора. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, можно ли с ПДУ снимать, сколько потребляет ток? Есть ли у вас какие-то решения, чтобы снимать температуру, влажность измерять в серверной стойке? Потому что это тоже очень актуальный вопрос. Да, на самом деле есть. Вообще, у нас есть два варианта. Есть такие PDU, которые, к каждому PDU можно подключить вообще датчик. Так, понятно. То есть разъем, да, специальный? Специальный разъем, IP11.
и туда можно подключить разные датчики, температуру, влажность, тоже так называемый contact closure. Contact closure дает даже возможность подключить, например, датчик дыма, тоже, например, чтобы Ну, определять пожар, то есть возникновение пожара. Ну, тоже water leakage. Протечку, то есть определять протечки, да, у вас есть датчики протечки. Для этого можно, да, это можно просто подключить к такому датчику. И в том числе возможность, когда закрываете дверь шкафа. А, понятно, можете... открытие-закрытие двери шкафа. Вот то есть... Все эти возможности есть для подключения к такому разъему. Понятно. Вы при этом мы очень четко измеряем, измеряем напряжение и тоже киловатт-час. Вот. Понятно. То есть вы среднее квадратическое измеряете? Мы, у нас есть current transformer на каждой розетке, который позволяет очень четко измерять на каждой розетке. Тоже есть варианты для менее критичных ситуаций. Есть еще вариант только на уровне PDU, например, измерять. А, на всем PDU, да? На всем PDU. То есть не на каждой розетке. То есть у вас есть для каждой розетки, для каждого блока, да? Да. И, соответственно, есть для, то есть более бюджетный, да, вариант, вот например. Да. И, конечно, если трехфазный, это тоже на каждом, на каждую фазу. На каждую фазу, то есть вы измеряете, соответственно, каждую. А и... где эта информация собирается, как вы ее предоставляете? То есть какая-то система интегрированная? Да. Во-первых, до 200 разных моментов мы... Вот, до 200 собирает, блоков? Он собирает информацию. Или с 200 датчиков? На самом блоке. И потом вы можете это пересылать нашему софту, который называется PowerIQ. PowerIQ это такой софт, который скачается, конечно, тоже. Он с нашего на SQL, сайта. Да, там написано? Используется SQL? Это, SQL? Да, это SQL, вообще через VMware Player. А, понятно. И он, да, его можно скачать бесплатно с нашего сайта до 5. Бесплатно сайта? А где есть эта ссылочка здесь? Да, Rariton. Давайте мы покажем читателям. Rariton.ru, rariton.com, извините. Ага, free. PowerIQ. Да. Да, уважаемые читатели, видите, у вас какая есть уникальная просто возможность от компании Rariton. А если у вас пока нет еще Rariton-овских видео, вы можете уже попробовать существующим вашим PDU, который поддерживает SNMP. А, понятно. Все на основе SNMP. То есть, если есть трепы, есть поддержка SNMP, бас, то, соответственно, вы можете скачать вот этот софт и уже начинать бесплатно использовать. Вот именно. Понятно. Конечно, еще есть через этот SNMP, который очень важен. Вы можете поставить пороги. Например, если вы боитесь, что напряжение достигает какой-то... Ну, какого-то уровня, да. Какой-то уровень, тогда он передает сначала, конечно, сигнал, аларм. Ну, трэп дает, SNMP трэп. И потом, если он достигает критичный уровень, тогда вы можете даже отключить какие-то розетки, чтобы... Ну, понятно, не критичное приложение, мы гасим сервера, соответственно, так сказать, другим у нас остается употребление больше. Рок, вам огромное спасибо. Почему? Потому что я очень рад, что наконец-то компания Rariton обратила внимание очень усиленное в этом году на российский рынок, потому что я уже вижу второй раз в этом году компанию Rariton. Очень приятно. И я думаю, вас ждет здесь большой успех. Спасибо огромное. Спасибо.